Здравствуйте, ребята! Вы находитесь на моем канале. Я ловлю сейчас рыбок разных. И мы сейчас отправляемся в Германию за заветными трофеями. Может, даже поймаем новый рекорд по какой-то рыбе. Кстати, мой рекорд по щуке 17690. Реклама это... Ну все, пока реклама. А ну-ка, если вот... Да, вот. Так. Так. Да. Так. Yes. Окушочек. Неплохое начальце, конечно. Но есть еще крупные виды рыб, такие как щука. Щук можно встретить и в нашей стране, в Казахстане. Их мало в Ульбе, в Иртыше. И некоторых других реках. Если вы живете в России, то у вас там щуки может быть полным-полно. Вот я смотрела раньше канал Весалон. Он живет в Астрахани, что у вас в России. В нашей стране нету Астрахани, у нас Казахстан. Так, ну покрупнее, конечно. Так. Круто вот сейчас будет. Так, ловим. Не щука нужна, не окунь, не густера всякая. Если вот знаешь, что вот окушки мелкие, это вот уже вот начало. Так. Хопа. Да что этому окуню тут место? Ну, пробуйте. Так. Сейчас, наверное, выход будет. Наверное, скоро будет выход. Да. Ну, кум же 2220, это уже вот кум же хорошая. Каст. Thank you.
Так, давай. Это вот уже вот, как бы вот игра вот, такая вот графика тут. Конечно, у меня вот раньше вот лагало на низкой графике, а вот когда вот я вот увеличил графику, лагать теперь не стало. Так, давай, давай. Так, лески. Вот тут. Унифлот. Много тут поплавков есть. Так, давай. Быстрее ловись, щука. Я вот резкий такой вот вылов. Так, 15 миллиметров. Главное не потерять. Так главное, с этого расстояния могут кинуть хищник какой-нибудь. Так, давай. Попёр, попёр. Извиняюсь, но я уже начинающий вот блогер. Был у меня вот, есть у меня вот ещё вот первый канал ГХФФГ, а теперь это Huawei Share. Я смотрю на телефон, Huawei снимаю, напомню, кто первый на моём канале. Так. Лена. Так, давай. Так, хорошо, я идти не могу. Только на уровне 35. Так, это в Германии. В Германии надо идти. Так, давай, пошел. Так, нужно идти обкидывать другие места. На одном из мест оставаться не вариант. Потому что никто же сидеть на одном месте просто не будет. Поэтому вот идем в
поисках нового места себе. Так. Тут озеро немецкое прям. Вот очень сложно. Вот. Идти я иду вот к одному из участков, где вот это озеро вот сливается с другим озером. Цельгетзее. Вот оно, Цельгетзее. Так, вот тут вот постараемся вот поймать. Вот кувшин, около кувшина. Так, давай. Так, нужно уже накопить монеты. Так, давай. Так, тут кунш много. Это не вариант, что клюнет тут кто-то. Так, а можешь улитку попробовать? На улитку можешь. Круто будет ловить. Сейчас вообще, ребят, видите от первого лица.